Сбились на плохие атаки. Меньше стало у нас передач в атаке, быстрые атаки. Ну, усталость какая-то сыграла, конечно, свою роль. Ну и в какой-то степени претензии игроков друг к другу из-за поспешных атак, либо еще из-за чего-то, это, конечно, сильно подорвало нас в концовке. Потому что мы четвертую четверть начинали плюс 12, вот, и 12 очков эти растеряли. Ну вот. Вот так, ну и что-то недоработали мы на скамейке, конечно. Ну, пятое было лучше бы по сегодняшней игре, но из года в год есть такая практика, что к утешительному турниру команды, даже если это был не утешительный турнир, а за какое-то распределение мест, команда относится уже несколько по-другому, чем даже к регулярке. И поэтому места в этом турнире – это, ну, на мой взгляд, небольшой показатель, потому что опять человек проезжает на игру, еще что-то. То есть это, ну, не показатель, какое место. Ну, приятно было бы пятыми оказаться, но выиграв у Глории, да, они были, ну, на мой взгляд, сегодня в хорошем составе. Вот, но вот конкретно вот эта игра была бы, да, а так не принципиально. Я могу сказать, что вот этот сезон для нас был плохой. Вот. Вполне возможно, что с организационной стороны, да, я как руководитель что-то, наверное, не доделал, наверное, не так чуть-чуть делал, но у нас было достаточно много игр, когда у нас за составы собиралось по 5, по 6 человек, и мы проигрывали из-за этих вещей, поэтому я бы этот сезон в зачет бы нам точно не поставил. В начале сезона хотелось, цель была попасть в верхнюю пятерку. Соответственно, это не удалось. И, как показал сезон, может быть, и это было к лучшему, потому что так, судя по сезону, мы играли, ну, с достаточно равными соперниками в своей нижней пятерке. Поэтому цель не удалась, но получилось лучше. У нас пришло два хороших игрока. Это Григорий Кличковский и Андрей Крек. Это, конечно, повлияло на игру. Мы играть стали быстрее за счет Гриши. Нападение поувереннее. И нам добавило это, ну, динамики. Потому что, несмотря ни на что, у нас достаточно возрастная команда. Уже, скажем так, средний возраст за 30, и приход молодых ребят, это, конечно, большая польза для команды и для баскетбола, для игры, да. Ну, что же, это их выбор, то, что они появляются, это, безусловно, хорошо, это здорово, потому что, ну, спорт, большой спорт и так далее, это удел молодых, как я уже сказал, это добавляет динамики игры, скорости. И плюс в какой-то степени, когда идет здоровая конкуренция в команде, это подтягивает саму команду. Когда люди, может быть, начинают побольше тренироваться, поответственнее относиться, это, конечно, большой плюс. А насчет ухода в другие команды, ну, это зависит от климата внутрикомандного, да, это первое. Второе, на мой взгляд, лучше играть, чем сидеть в сильной команде, потому что составы не резиновые, лучше играть за первый состав, чем за второй, и тем более лучше играть за первый состав, чем сидеть за второй состав. Вот и все. А выиграть, предположим, чемпионат, не приняв в этом участие, так сказать, но числюсь в заявке, это, ну, я не понимаю таких вещей. Ну, судя по плей-офф и потому, что сейчас лидеры проиграли, да, то именно соперничество в верхней части таблицы, оно очень хорошее. Вот. И чем плотнее результаты, тем всегда это лучше, тем всегда интереснее. Чем меньше проходных игр,
тем лучше. И то же самое, когда было 20 команд в МБЛ, когда произошло разделение на дивизионы, как показала практика, это было к лучшему, без сомнения. Но команд становится... Организация чемпионата – это руководители, руководство чемпионата и, собственно, руководители команд. Чем теснее коллектив, тем коммуникации лучше. Вот. Поэтому чуть лучше, чем в прошлом году, и уж тем более, чем там, позапрошлом. Но, вы знаете, для этого есть работа, есть государство для этого. Вот они скучать не дают. А сюда ты приходишь получать удовольствие, поэтому по вот этим вот вещам, ну, как-то нет. Но мне кажется, что имена будут, ну, скорее всего, те же, вот, но это мое мнение. Но мне хотелось бы увидеть борьбу настоящую, чтобы, если даже это будут те же имена, чтобы так просто это не далось. Чтобы была борьба и чтобы это решалось. Ну, не то, что как в нашей игре на последних секундах, но чтобы это была борьба, да. Ну, я думаю, московский. Как я уже говорил, у нас команда достаточно возрастная, и летом у всех какие-то дела и так далее. Мы ни разу в нем не участвовали, и я думаю, этим летом не будем участвовать. На следующий сезон, ну, время покажет, пока не могу ничего сказать конкретно. Знаете, любите баскетбол, играйте, здоровья всем, самая лучшая игра. И мне как-то очень понравилось, как Максим сказал, Клыков, не занимайте левый ряд, когда вы едете 40 км в час.